Здравствуйте, меня зовут Оксана. Я решила записать свой отзыв с берега Боденского озера на рассвете, потому что это для меня очень радостное, вдохновенное время. И я хочу сказать следующее. Я была настолько удивлена, просто поражена тем, что оказывается, когда люди, например, женщины собираются вместе в каких-то единых устремлениях, образуется такое энергетическое целое из всех наших энергий, и оно влияет на всех. То есть наши энергии, наши устремления складываются, и вот это единое целое помогает каждый из нас. Я ощутила это еще в первый день, была настолько удивлена, поскольку первый раз участвовала в таком марафоне. Это просто потрясающе. То есть вы представляете, наша общая энергия, которая, она не просто складывается, потому что, знаете, есть поговорка «двое вместе больше, чем два». Она увеличивается в какой-то, не помню, прогрессии. И вот это общее целое, эта огромная сила помогала весь этот месяц каждый из нас. Я это очень хорошо почувствовала. И этот месяц для меня был таким огромным шагом в развитии. То, к чему я стремилась огромное количество лет, сбылось. Получилось именно вот в это время. Я научилась вставать на рассвете, причем резко просто произошло осознание, что да, надо, что я не хочу больше каждое утро, когда я поздно встаю, получать назад те негативные энергии, от которых я так тщательно избавляюсь. И второе серьезное такое осознание. Осознание — это, я считаю, прочувствованное знание. То есть я знала, что нужно проживать эмоции свои, ну да, энергии негативные. Но у меня это не получалось. Каждый раз, каждую эмоцию отследить. А теперь стало получаться. И это здорово. Вот, и поэтому я очень-очень благодарна Оленьке и ее семье, что они все вот это придумали, воплотили, и благодарна всем вам, девочки, за поддержку, даже за вот такую невидимую поддержку, но все-таки мы были едины весь этот месяц. Я очень вот прям от души благодарна всем. И желаю всем вам большого счастья. Целую.